Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor, and today is going to be real Russian. I'm going to be talking exactly how I would talk in a normal, you know, native speaker setting. How I would talk to my family, my friends on the street. I'm not going to slow down. I'm not going to choose easier words to express myself because usually, even in fast Russian, I would choose some words that are more, you know that are closer to the learner vocabulary i'm not going to i would not be used too much slang but today no limits for me i'm going to be speaking exactly how i would speak to my friend and your goal is not to understand everything because it's going to be challenging but to grasp on the main idea and maybe learn new words the more you listen the more you understand let's get to this i'm going to be talking about a russian siberian summer Я живу в Новосибирске, и у нас летом довольно-таки тепло. То есть обычно люди в это не верят, думают, что в Сибири всегда, всегда холодно, но это не так. У нас, конечно, зимой у нас очень холодно, минус там, 30 бывает, минус 40 бывает по Цельсию, но летом у нас также довольно-таки тепло, то есть ну, примерно где-то градусов, наверное, 23-25 в среднем и это, это, это довольно-таки тепло. И учитывая то, что у нас, в принципе, не очень влажно, то есть у нас довольно-таки сухой климат, я думаю, то есть по сравнению с, с Хэмптоном у нас очень довольно-таки сухой климат. И эта жара не так сильно чувствуется. В то время как здесь, допустим, если здесь там градус, градусов, допустим, 25, там 26, 27, то я весь потею всегда, потому что здесь очень-очень влажно. И даже я, когда играю в теннис, там при температуре в 20, в 20, там, не знаю, 22 градуса, очень, и очень жарко, и очень трудно играть в теннис. Но дома в Новосибирске такого как бы особо нету, вот. Я очень люблю лето, потому что летом всегда каникулы, и я очень много играю в теннис обычно летом, особенно по турнирам езжу, ну, раньше, то есть до универа я ездил а, по разным турнирам, и много их было именно летом. Потому что все отдыхают, все на каникулах и все могут спокойно ездить в разные города. Это мне очень нравилось о лете. Также, конечно же, то, что я с друзьями гулял очень часто, очень часто развлекался, в кино ходил и так далее. Когда, допустим, осенью либо же весной этого ты себе особо не можешь позволить, потому что ну, учеба, там, школа, универ и так далее. Вот, но летом все на каникулах, все свободны, все отдыхают, все развлекаются. И также вторая причина, по которой я люблю лето, это потому что летом у меня день рождения. Но не прям летом, но за два дня до лета. То есть у меня оно 30 мая. Вот, и то есть получается, ну, как, ну почти летом. Грубо говоря, грубо говоря, летом. И всегда на, а, на мою днюху собирается очень много человек. Почему-то, я не знаю почему, потому что, наверное, я душа компании, не знаю. И всегда причем собираются очень близкие друзья. То есть обычно, когда другие празднуют, там очень много людей, но они все как-то не в одной компании, а у меня, допустим, там, ну, будет там человек 10, например. И мы все из одной компании, все общаемся, все очень дружно проводим время. Вот, и поэтому мне очень нравится лето, потому что у меня летом день рождения. Вот, и всегда, когда я приезжаю из Америки, то есть даже сейчас... Я еще пока не праздновал ни одного дня рождения за пределами России. То есть я всегда дома, я всегда в Новосибирске на мой день рождения. Поэтому это для меня такой особый день, даже потому что я именно на свой день рождения вижу очень много людей, которых я очень давно-давно не видел. Вот и поэтому я люблю а, лето. That's it, guys. I'm not gonna be speaking for a long time because I know it's hard, and I know, I know that what I've, uh, what I've said already is enough for you to practice and to learn from that. So uh, just kind of break it down, just kind of listen to it again if you, if you need to. And the more you listen, the more you understand, as I said before, because you are training your listening. And also, what can help is you watching this video with English subtitles. Because you need to understand the meaning before you can you know, understand the Russian words for it. So I really recommend if you didn't understand a word from this, watch it first with English subtitles, understand what I'm talking about, and then kind of put sounds with meaning and words with meaning, and then it's going to be much easier for you. That's it from me. I'll see you in the comments. Пока, пока.